Всем привет! Мы продолжаем снимать путеводитель по городам. И сегодня мы приехали в самый западный город Российской Федерации, город Балтийск. Друзья, здесь проживает больше 30 тысяч человек. Сегодня в день военно-морского флота Российской Федерации здесь находится, ну, полтинник точно. Пойдемте быстрее начнем. Это Окей Гурьевск. Поехали! Да все, переходи на кадры города, что ты снимаешь? Привет, Балтийск, мой город Бог, ты самый западный защитник у России. Пример отваги, мужества и силы. Ну и сразу же мы видим здесь, прямо на причале, стоит малый противолодочный корабль. Давайте попробуем просочиться туда без очереди. Все, пойдем снимем, посмотрим, что там внутри. Здрасте. Здрасте, как праздник? Очень хороший, мне нравится. Все, давай, удачи. Здрасте, скажите, пожалуйста, а как называется ваша фотография? Как это называется? Буцефал. Буцефал? Я тоже хочу как буцефал, да, как буцефал. Сфоткал? Все, скинешь потом. Вы житель Балтийска? Никак нет, города Вологды. Первый раз в Балтийске? Так точно. Как город? Успел погулять по городу? Так точно. Тут мы этот работаем, ходим, помогаем так. А что делаете? Ну, подкрашивать, подготавливать к парадам, ко всему. То есть вас пригоняют, и потом после вас Балтийск подкрашенный становится? Чисто власти говорят, что это они все делают, да? А это, оказывается, вот вы все делаете для города. Конечно. Слушай, а можно примерить фуражку, Балтийский флот? Можно, это бы можно, но мне этот нельзя находиться без головного убора. А давай ты, короче, снимешь, и мы тебя подрисуем другой головной убор быстренько. Давай. Раз, все, хоп. Все, теперь я тоже моряк. Брат-моряк. Здрасте, а можно с вами пообщаться? Вы очень такой прям позитивный человек. Сегодня какой праздник? День военно-морского флота. Да, а почему на трусиках американский флаг-то? Ну, не было таких продаж с тем военно-морского флота. Друзья, в Балтийске очень много развлекательных мест. Дискотека, есть бильярд, есть бар. Но единственный минус, что это все фе. Все, фе-фе. Турист приезжает сюда первый раз, куда обязательно нужно сходить? Три места. Да на пляж только. Все, здесь больше ничего нету? Да, в принципе, нет. Музей. Музей. Как часто ты по музеям ходишь? Я не часто хожу, уже все. Ну, потому что не пускает, наверное, да, в таком виде? Вы знаете, какой сегодня день, какой праздник? Да, день ВМВ, да. День ВМВ, да, праздник. Есть кто-нибудь у вас из знакомых, кто имеет отношение к этому празднику? Да. Кто? Мужья, серьезно? Что вы подарили на день военно-морского флота своим мужьям? Вот в море наше. Придут, посмотрим, что как. Ответим на ура. Вы подарили море? Да. Все простор. То есть бабками напряг, да, у вас? Где они сейчас находятся? Куда нам можно сходить у них поспрашивать? Что тут контракт? Они там, да? А если они с другими девочками, нет? Спирис, да, правильно, пускай. Можешь рассказать про технику? Это ж твоя машинка? Да, конечно, могу. Где брал? На Авито взял? Да. Давай рассказывай, что здесь. Здесь выдвигается противотанковая вот с этого люка. В Калининграде где можешь пригодиться? Вот ты едешь, типа, хоп, в пробочку встал, да? Ну, если с конъюнктивной долбануть, метров 20, наверное, пробьет пробку. Одна ракета 450 тысяч стоит. 450 тысяч стоит? Ого. На учение купили 3 ракеты. Вот будем выпускать. Скорее всего, на Западе. Вот сейчас Запад будет. На Западе будете 3 ракеты выпускать? Да. Мне кажется, Западу так и надо. Как называется тачка? Тур. Тур? Да. По-нашему мотолыга называется. Конечно, тур тебя не поймут, а если мотолыга, тебя все поймут. Все поймут, да? Все, мы сейчас пойдем проверим. Знаете, что такое мотолыга? Нет. Не подскажете, что такое мотолыга? Вы знаете, что такое? Нет. Это мотыга и мотор с ней. Не знаете, что такое мотолыга? Нет, не знаю. Что такое мотолыга, не знаете, не подскажете? Ты нас обманул, никто не знает, что такое мотолыга. И не верьте им, не верьте. Это все эти, кто тачки продает на Авито, они всегда так вот врут. Чем ты здесь занимаешься? Просто интересно. Работаю шарики-лопарики. Шарики-лопарики? Да. Сколько тебе лет? 22. Вот, ну как, не смущает, да, что 22 года и шарики-лопарики? А, кидайте дротики в шарики, в зависимости, сколько вы выбили шариков, получаете приз. Какой самый главный куш можно сорвать, самый главный приз? Вот они сидят. Все, вот, вот они, да? Вот, можно получить бутылку, друзья. Ребят, за это нужно побороться. Все, бросаю. Я уже не выиграю мишек, да? Опа! За это вы выиграли утешительный приз. Какой? Чупа-чупс. Давайте чупа-чупс. Все. Вы не заплатили? Мы проиграли, но все равно получили приз. Спасибо большое, шарики-лопарики. Обязательно приходите. Где можно увидеть, так вы не заплатили. Ага. Канал Окей Гурьевск, если что. А, видел вас уже. Видел? Видел. Всем, кто узнает нас, мы дарим такие наклейки фирменные. Можете на вторую щеку наклеим?
Да. Давай наклеим, а то что, только Россия есть, пусть с другой стороны будет окей Гурьевск. Все, вот теперь ты модный тип, теперь к тебе будут подходить все. Друзья, сегодня на дне города Балтийска работает платный бассейн и бесплатный бассейн. Какой самый западный город в России? Балтийск? Балтийск. Не, Балтийск — это самый западный в Калининградской области, а вот именно по всей России, вот подумайте нормально. По-любому в Калининградской области должен быть. Назови, пожалуйста, самый западный город во всей России. Калининград? Ну нет же, ну город какой, вот самая западная точка вот во всей России. Ладно, все, это Балтийск, ты молодец. Самый западный город во всей России, подумайте. Наверное, Польша. Как? Польша. Да, 5. А, блин! Че ты, братишка, в натуре вставай уже, не смешно. Давай, брат, все, поднимайся, хватит на камеру играть. Че вообще аппаратура, расскажи, давай пройдемся, как вообще едет, не едет. Да как оно, едет и едет. А объем какой? Ну, этого 3,5, 2,0, а тот вообще форсированный. Телочки ведутся на тачки найти? Блин, больше на те, сегодня как народу больше там было. Слушай, а мне нельзя за руль, я просто вчера на свадьбе был у друга. Так это было вчера, это сегодня. Ну да, согласен. Смотри, вот это вот клавиша газа. Ага. На нее нажал тихонечко, и он поехал. Чем сильнее давишь, тем быстрее он едет. Слышь, поехали со мной. Да-да, а вот этот, короче говоря, это какой? Это тормоз. Да, все, поперли. А, слышь, тормози, давай. Пока-пока. Это был проект. Окей, Гурьевск, все, всем пока.